Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами будем рассматривать ожерелье Трансформер 3 в одном, браслет геометричный и серьги тоже геометричные с подвесками-кистями. Давайте начнем с ожерелья. Вот видите, специально его держу, чтобы оно не запуталось, потому что я его достала из пакетика и достаточно долго распутывала. Вообще вот эти все вещи 3 в одном, это не про меня, но я знаю, что многие девушки их очень любят. Давайте рассматривать. Здесь легче показать вам на крупном плане, чем рассказать, но я попробую объяснить. Три есть детали. Это одна цепочка 36,6 сантиметров, вторая по длине 66,6 и третья 80, и плюс есть 6,8 сантиметров дополнительно. Все эти три цепочки, они крепятся к круглым карабинам, то есть их можно чисто теоретически, да и практически отцепить от карабина, но сами цепочки, когда мы их открепляем от карабина, их невозможно никак застегнуть, потому что личного собственного карабина у каждой цепочки нет, поэтому каждой цепочке нужно отдельно цеплять тот карабин, который есть в общем наборе. Поэтому как вы будете это носить, это зависит все от вас. Можете все три вместе, можете как-то компоновать, но имейте в виду, что вот эти карабины, которые есть посередине, они в принципе ключевые, без них цепочки у вас играть не будут, вы их просто не застегнете. Маленькая цепочка, она самого крупного плетения, средняя цепочка, сейчас мы посмотрим, какая из них средняя. Она имеет подвеску, очень приятный такой коралловый стразик. И самая длинная цепочка, она имеет подвеску в виде геометричного бруска, выполненного под золото, как, собственно, вся эта коллекция выполнена под золото. Кстати, по-моему, практически все коллекции аксессуаров Oriflame летом 2019 года выполнены под золото. Давайте же посмотрим, как этот комплект будет выглядеть на груди. Вот так вот. Короткая цепочка, цепочка чуть длиннее, и самый длинный брусочек уже располагается внизу. В принципе, доля удобства в этом есть. Все эти цепочки замыкаются на одном карабине и не перепутаются у вас в процессе носки. То есть они как будто бы в связке находятся. Вот для таких людей, как я, у которых цепочки вечно путаются, это даже, можно сказать, находка. И опять же, вы можете регулировать, как вы хотите носить этот комплект. Не нравится вам самая длинная цепочка, вы ее сняли. Не нравится вам самая короткая, убрали ее, носите две длинных. Хотите вообще одну цепочку, носите. Это все на ваше усмотрение, вы можете создать совершенно разные образы с этим ожерельем. И также вы можете к этому образу подобрать еще дополнительные украшения из этой коллекции. Например, вот такой вот геометричный браслет. Обращаю ваше внимание, что он приходит в поролоне, навевает на мысли, что если бы не было этого поролона, то в процессе доставки браслет может погнуться. Я надеюсь, что в процессе носки нет, что он послужит. Размер этого браслета 7 на 6,5 и на 2 сантиметра. То есть высота этого поролона как бы 2 сантиметра. Надевается на руку он очень просто. И, в принципе, вот таким образом располагается на руке. Но мне кажется, что вот эти ломаные линии под руку не очень подходят. Хотя, может быть, если это будет изящная тоненькая ручка, это будет красиво смотреться. Ну, главное, чтобы не пережималась рука вот этими углами. Так это выглядит не очень красиво. Ну, как вам нравится, делитесь в комментариях. А вот сережки мне очень понравились. Они выглядят как серьги-кольца с такими же застежками, какие обычно бывают у сережек-колец. И здесь есть еще подвески-кисти. Кисти в большом тренде. Мы их видим и на сумочке-таблетке, и на парео, и на сережках синей коллекции. Очень-очень много кистей в летней коллекции в этой, и в прошлой тоже были кисти. Поэтому вот мы поддерживаем тренд. Если вы этот тренд не поддерживаете, эти подвески съемные, и вы можете просто оставить вот такой вот многоугольник на своих ушках. Ну, давайте померяем с кистями и посмотрим, как они будут выглядеть на ушках.
Знаете, мне напоминает, в прошлой коллекции летние были такие фуксии, серьги, бабочки. Вот, мне кажется, можно как-то миксовать с тем ожерельем вот эти вот серьги с кистями. Серьги выполнены из латуни, а кисти съемные из полиэстера. Контактная часть, как всегда, нержавеющая сталь. И размер сережек 5 на 4,5 сантиметра и сама кисточка 3 сантиметра. Как вам этот набор? Геометричный, подойдет ли он к вашим летним образом, делитесь со мной в комментариях. Если вам был интересен и полезен этот обзор, то ставьте под ним лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки Oriflame вместе со мной. А те, кто нажимает на колокольчик, смотрят наши видео самыми первыми. Пока-пока!